Вот ведь парадокс. Чем больше узнаем мы, чем глубже проникаем в природу человека, в тайну человека, тем все больше и больше загадок. И сейчас на пороге 21 века мы подошли к той грани, у которой должны осознать нечто новое, что вдруг так мощно открылось нам в человеке, в его жизни на Земле. Надо остановиться, прислушаться, попытаться понять себя. Чистота, доброта, любовь. Вот, хорошо, продолжайте работать, не спеша. Итак, начинаем диагностику. И Виталий Николаевич, правильно, да? Просьба, пожалуйста, представить больного, которого мы должны посмотреть. Имя больного. Микрофон, да, имя больного, пожалуйста. Больной Виктор, 48 лет. Возраст даже не надо. Виктор, этого достаточно. Хорошо. Как в соборе, Виктор. Даю фантом. Все, смотрите больного. Врачи, профессиональные медики собираются на эти странные занятия. Ведет занятие исследователь Вадим Поляков. Аномальные органы. Я пока могу сказать только предварительные данные, потому что подробно посмотреть еще не успел. У меня получается, что что-то есть очень сильное, в смысле аномальная зона в области кишечника, восходящего и поперечно-водочного отдела. Кроме этого, есть вот печеночный угол, правильно. И это самое, сосудистая патология присутствует, немножко левый желудочек. Так, пожалуйста, ваше мнение. Основное, это сердечно-сосудистая патология. Это, по-видимому, ишемическая болезнь сердца, хроническая. Это нарушение сосудов головного мозга, преимущественно справа. Нарушение тоже ишемического плана. Имеется изменение энергетики в толстом кишечнике, увеличение печени, поджелудочной железы и хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Так, посмотрите сердце. Что в сердце вы видите? Подробнее. Игорь Адамович, а что вы считаете? Ну, я хотел бы обратить внимание всех присутствующих на то, что в настоящем времени диагностику этого больного проводить невозможно. Мне, например, пришлось возвращаться минимум как на полгода назад. Это говорит о том, что больной давно умер. Мы сейчас диагностируем только энергетический фантом. И мне кажется, это обстоятельство могло способствовать тому, что существовало здесь в зале очень много разных мнений по поводу причины смерти, я подчеркиваю, смерти этого больного. В настоящее время этого человека не существует. Это основное, что... Но причина добавить. Смерти... Причина смерти, сказать? Конечно, здесь патология желудочно-кишечного тракта и сердечная недостаточность. Мы действительно сейчас смотрим человека, который умер. Поэтому здесь целесообразно и правильно смотреть его фантом на протяжении ретроспективной динамики. Причина смерти – вопрос самый сложный здесь, потому что, работая только ответом «да» и «нет», а мне приходится уже регулировать, так сказать, здесь вопрос информационным полем, год назад не получается, по месяцам 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 месяц приближается, 20 дней приближается, 10 дней – мало, где-то в районе 20 дней у меня получается, я сейчас точно не уточняю, но где-то в районе 20 дней назад наступила смерть. Мы только что осмотрели больного, причем некоторых было впечатление, что больной умер. У всех или не у всех? Больной-то действительно мертвый. Я смотрел его на 8 февраля этого года. Тогда он был еще живой на 2 часа дня. Диагноз его звучит следующим образом. Хроническая ишемическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз, нисходящей ветви левой коронарной артерии, как совершенно правильно указывали. Причина смерти – острая коронарная недостаточность. Каждый орган имеет свое представительство на всех участках тела. И здесь гораздо больше точек, чем на зону Захарина-Геда. И здесь имеется тысячи точек, но их очень легко определять. Значит, например, мы хотим определить точки почек, которые связаны, ну, точку, связанную с левой почкой. Настраиваемся на левую почку человека и
следим, чтобы было взаимодействие с левой точкой. После этого вот мы чувствуем, что в этом месте притягивает. Настраиваемся, мы хотим найти те точки, которыми нужно лечить человека. Итак, с левой почкой будет связана вот эта точка. Дальше опять ждем, когда происходит отталкивание руки. И опять можем найти, что вот эта точка будет связана с левой почкой. Сначала я настраиваюсь на вибрации, которые получаю от почки. Через некоторое время руку начинает отталкивать. Удерживая ощущение вибрации, я иду по ходу поля и куда притягивает руку. Воздействие на точку, в которую притянула, можно воздействовать и на почку. Можно воздействовать, меняя положение руки, на разные зоны почки. В настоящий момент воздействие идет на нижнюю часть лоханки. Если руку переместить, то воздействие пойдет на верхний полюс почки. Мы, люди, буквально купаемся в океане электромагнитных, гравитационных и других полей, но не ощущаем их. А те, кого мы называем экстрасенсами, ощущают. Видимо, существует в мозгу человека некий сенсорный чувствующий канал. И настроившись, направив поток внутренней своей энергии по этому каналу, человек может получать информацию о другом человеке. Все биологически активные точки на теле человека излучают энергию. Эти излучения как бы создают защитные оболочки вокруг тела. Они напоминают скафандры и как бы вложены одна в другую по принципу матрешки. Далеко выходит человек за рамки своего тела. И если оболочки двух людей пересекаются, то между ними может произойти контакт. Информация начинает переходить от одного человека к другому. По-видимому, этим объясняются способности некоторых людей понимать мысли и чувства друг друга. А если предположить, что какие-то самые дальние оболочки у всех людей общие, то что же выходит? Выходит, что они образуют единое поле человечества. И таким вот образом каждый человек связан со всем человечеством и, значит, может получать информацию о любом человеке, где бы он ни был. Расстояние не играет никакой роли. И не только о человеке, но и обо всех предметах, явлениях окружающего мира, так как энергетически эти оболочки существуют вокруг любого тела живой и неживой природы. Группа Полякова определяла аномальные зоны в разрушенных городах и поселках Армении. Определяла места, где ни в коем случае нельзя вести строительство. Земля ведь тоже живой организм, болеет, страдает. И с помощью сенсорного канала можно увидеть эти ее болезни. И у каждого из них свой способ видения. Мы проводим диагностику по тепловому следу. Передо мной 4 фотографии. Я концентрирую внимание на одном из этих образов и тепловой след этого образа переношу на лист бумаги. Затем я передаю этот лист бумаги одному из врачей-экстрасенсов, и они проводят диагностику этого человека по тепловому следу. Значит, вот теперь другого человека я задумываю. Мысленно переношу его информацию на бумагу и также этот тепловой след передаю. То же самое в третий раз. Теперь еще одного человека я представляю, наношу тепловой след на бумаге и передаю третьему врачу. Четвертому врачу опять неизвестная для него информация. Теперь наши врачи подносят как бы руку к этому листу бумаги,
улавливает информационный код, который заложен, сохранился на этом листе, и затем переносит его на атлас, где строится образ фантом человека, и они должны этого человека продиагностировать. Они должны сделать диагностику человека и в соответствии с этой диагностикой также определить, какую из фотографий я представлял. Юля, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, след тепловой какого человека я представил и его диагноз приносит? Ну, я думаю, что это вот эта пожилая женщина. Ну, я посмотрела, здесь очень много возрастных изменений в организме, возрастные изменения и в головном мозге, атеросклеротические изменения, и изменения по всей эндокринной системе. Что же они все-таки видят? Что улавливают? Тела-то нет, но есть след, информационно-энергетический след человека. Оболочка, копия, фантом, двойник. По-разному это называют. Так может быть, это как раз и есть то самое, что дается человеку от рождения до смерти. То, что и после смерти не исчезает, а хранится в космической копилке, едином информационно-энергетическом поле. Может быть, это и называется душой. Затылочная доля, левая ключица, правая часть грудной клетки, в области левой почки, может быть, ушибы, может даже разрыв. Но я так предполагаю, что это травма здесь была. Невидимое, неощутимое и все-таки существующее. Все-таки существующее. Так, внимание, начинаем диагностический эксперимент. Через 5 минут сюда приведут больного. Мы не знаем, какого, он будет выбран случайным образом. Заранее вы должны преддиагностировать его. Больной будет находиться вот в этом месте, сюда мы его поставим. Через 5 минут здесь будет больной. Информация об этом уже есть сейчас, хотя мы не знаем, какой больной будет. Постарайтесь продиагностировать этого больного и определить его аномалии, основные зоны его аномалии. Значит, первая задача, самые основные зоны, начните с того, что определите основную зону одну, и затем еще 2-3 зоны. Мы начали работать. Значит, определяем методом пандеромоторного письма. Понятно, что каждый из вас может определить просто взглядом это, но в данном случае нас интересует метод пандеромоторного письма. Чтобы эти данные были количественны, их можно было вводить в машину. Так, посмотрели немножечко. Ну, давайте начнем. Возьмите картинки и в динамике посмотрите, где отталкивает, и основные аномальные зоны посмотрите. Можно взять мозг. Как, Оля, ты смотришь? Где частоты больше, где меньше? Больше амплитуда, где частота? Какой характер колебаний? Сразу можете найти. Частота больше в затылочной зоне? Вот, смотрите. Сердце как у больной. Видали? Напоминаю, что больной нет. Больная будет только присутствовать. Мы диагностируем заранее из будущего. То есть мы заглядываем в будущее. И все ставят диагноз по образу, которого еще нет. Никто из нас еще не видел больную. Больную только привезут. По сердцу. Мне кажется, у него гипертрофия левого желудочка. Чисто не видно. Мюкоочаговый диффузный кардиосклероз. Поверните картиночку и посмотрите сразу основные места позвоночника, где в каком месте больше завязки и где больше вибраций. 11-12, вот там где-то. 11-12 или 11. Да, там, скорее всего, все эти завязки как раз там. Посмотрите внимательно. 10, так, 12. Так, да, хорошо. Да. Угу. Давайте попробуем пригласить больную.
Здравствуйте. Как вас зовут? Александра Львовна. Александра Львовна, вот у нас просьба, вот сюда, вот встанете так, вот лицом сюда немножко поведитесь. Теперь вы посмотрите Александру Львовну, на нее, и быстренько сделайте диагноз, насколько совпадает то, что вы смотрели, когда вы ее еще не видели. Юля, подойди, в руки не держите, немножко расслабьте. И еще сделайте полшага вперед. Вот так. Вот просьба такая, Юля. Попробуйте показать ручкой основные зоны. А вы сразу смотрите, вот точки, которыми вам нужно массировать для того, чтобы себя лечить и приводить в порядок. Видите? Вот так. Вот синхронная точка, видите? Так. И вот сразу можно показать. Так. Видите, эти зоны связаны между собой, у них одинаковые частоты. Руку отталкивает, рука идет, и вот новая зона, которая синхронна с ней. Садитесь, Сенька. Можно взять рамку. Если шарик взять и позволить ему идти на голову, вот он притягивается к тем же самым зонам, которые показывала Юля. Видите, опять уходит туда, где частота ниже его притягивает, затем идет отталкивание, шарик разворачивается и притягивается к определенным зонам, которые, так сказать, аномальны. Таким образом, если человек... Откуда берутся у людей эти уникальные способности? Да и насколько вообще они уникальны? Может быть, они заложены в наших генах? Вот расшифруем геном человека. Узнаем. И ориентировочно сказать диагноз, как вы предполагаете, заболевание. Значит, общее наше мнение таково, что у нашей пациентки Александры Львовны основными аномальными зонами являются зона поджелудочной железы и зона билиарной системы. То есть это имеется в виду печень, желчеводящие пути. А также в поджелудочной железе. Здесь либо явление хронического панкреатита, либо начальной стадии диабета. Мы провели диагноз, заранее еще не видя больного, из прошлого в будущее. Теперь, Александра Львовна, какие диагнозы у вас есть на самом деле, какие ставили вам диагнозы, что вы знаете? В общем-то, у меня в анамнезе перенесенный гепатит, достаточно давно, начальная стадия диабета. Ну, вопросы какие-то будут к ней, врачи? А как же икона организована? Вот голова окружена, прямо округло, чувствуется объемно вот эта нарисованная зона. Здесь можем также настроиться на красный цвет. Значит, если я отойду, на красный цвет на иконе. Но этот красный цвет, который мы настроили на иконе, он все равно плавный. Он очень приятный. Вот на белый цвет. Белый цвет тоже спокойный, но тоже как удивительно приятный. Столько в нем мудрости, богатства, какой-то удивительной чистоты. Вот таким образом каждый из нас может посмотреть, вот что икона сделает в пространстве. И вот видите, сейчас притяжение идет, дальше накачка, энергетический слой накачки. Сейчас он будет, как частота на нем будет выше, чем рука, руку начнет отталкивать. Вот сейчас частоты почти сравнялись, но идет накачка, накачка, накачка. Теперь частота на картине больше, чем частота руки. Вот. Руку начал отталкивать. Руку стала отталкивать. Пока наоборот, частота падает у руки, пока у руки частота не уменьшится настолько, что будет меньше частоты картины. И тогда притянет именно в ту точку, где частота самая низкая. Так называемые силы Бьюркинса. И так можно рассматривать структуру всей картины, иконы вернее. Это улучшает мое состояние. Доставляет не просто мне удовольствие, но лечит меня.